Узнать о своих долгах можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике с помощью банка данных исполнительных производств. Тут же можно распечатать уже заполненную квитанцию для оплаты. В случае, если результатом поиска стала строка «По вашему запросу ничего не найдено», значит, в настоящий момент вы не являетесь должником. В Чебоксарах традиционным гала-концертом завершился международный оперный фестиваль, 22-й по счету. В концерте перед зрителями выступили солисты столичных театров и местные артисты. В их исполнении прозвучали известные арии и дуэты. Оркестром дирижировали Ольга Нестерова и маэстро из Норвегии Йорн Фосхейм. Максим Михайлов был одним из организаторов первого оперного фестиваля. Во многом благодаря его усилиям в Чебоксарах появился этот праздник оперы. Теперь внук Максима Дармидонтовича, бывший солист Большого театра, поет в основном за границей. Выступает в качестве режиссера. На его счету уже 3 оперных спектакля на Западе. Я поставил уже 3 спектакля, 2 полноценных, 2 оперы поставил в Америке. Это Джанни Скики и... «Паяцы», вот прошедшим летом поставил. А сейчас только что приехал в Израиль, делали такой деми-стейдж или семи-стейдж, полуконцертная постановка «Пиковой дамы» Чайковского, как раз, которая вчера звучала. Вот, с израильским филармоническим оркестром и дирижировал Владимир Юровский, один из самых выдающихся дирижеров сегодняшних дней. Солисты Большого и Мариинского театров, гости из соседних регионов выступили в гала-концерте. Вместе с приглашенными звездами на сцене блистали солисты театра оперы и балета. Высокий уровень фестиваля год от года подтверждается участием ведущих исполнителей России и зарубежья. Выступления гостей не только интересны публике, но и полезны музыкантам и артистам театра. Ведь профессиональный опыт – вещь очень ценная. Мне очень понравился фестиваль, потому что это очень это сильный фестиваль. Это очень много, каждый день почти новый спектакль. Это большие оперы, это был концерт, соло-концерт Зарембы. Это сегодня у нас гала-концерт был. Это очень много музыки в течение только несколько дней, да? Завершившийся фестиваль подарил зрителям прекрасные спектакли и незабываемые встречи со звездами. В этом году были показаны премьера «Аиды», концерт Елены Зарембы, опера «Сельская честь» и «Пиковая дама». Театр оперы и балета живет активной творческой жизнью. В этом сезоне зрители еще ждут новогодние премьеры детского спектакля, премьера балета в рамках Международного балетного фестиваля и традиционный фестиваль «Оперетты» в конце сезона. Сергей Фишер, Андрей Спиридонов, Республика.